Будет комфортно не только автомобилистам, но и пешеходам. В Магнитогорске продолжают благоустраивать и тротуары. Устаревшие реконструируют, а там, где асфальтированные пешеходные дорожки отсутствовали, строят новые. Скоро можно будет прогуляться и по улице Татьянчевой. Тяжелый каток пока отдыхает. Рабочие усердно разравнивают щебенку. Тротуар хоть и предназначен для передвижения пешеходов, но прокладывают его по правилам, схожим со строительством автодорог. Это засыпано скалой. Потом это фракция 0,40 называется. 0,40 засыпано. Потом щебенка. 15 сантиметров щебенки. Там 25 сантиметров 0,40. Еще 10, около 50 общее основание до асфальта выходит почти 50 сантиметров. В планах на этот сезон реконструировать и построить в Магнитогорске 60 тротуаров. Обновленные пешеходные дорожки получат жители каждого района, включая Левобережье, и, конечно же, частный сектор. Новых тротуаров особенно ждут жители частного сектора. Здесь, в поселке Западном, до последнего времени пешеходам приходилось пробираться к остановкам общественного транспорта сквозь пыль и грязь. Пешеходная дорожка, которую сейчас строят для них, станет одной из самых длинных – более 2 километров. Тротуар будет тянуться от шоссе Западного вдоль всей улицы Татьяничевой. С нее повернет на улицу Отрадную и будет проложен по ней вплоть до соседнего поселка Нежный. Виктория Кирпичникова живет в Западном один и уже мечтает о дне, когда сможет вместо пыльной обочины пройтись по асфальту. Мы ждем, потому что мы все с детьми, мы идем зимой по дороге. Мы всю зиму ждали. Где реконструировать тротуар, а где его заново построить, решали районные администрации. Список объектов уже утвержден. Работы по обустройству пешеходных дорожек стартовали в конце апреля. Реконструированы будут в основном, получается, существующие тротуары, которые находятся непосредственно в городе. Устройство новых будет непосредственно у нас. Самый яркий пример – это вот сейчас шоссе Западное. И, конечно, у нас в планах выполнить тротуар по улице 50-летия Магнитки от улицы Тивосяна до, получается, шоссе Западного. Да. Связывающий, получается, будет связывать Тивосяна и поселки Звездный, Светлый. Полностью завершить ремонт и строительство тротуаров подрядчики должны к 31 июля. Сегодня строители одновременно трудятся сразу в нескольких районах Магнитогорска. Из 60 запланированных тротуаров треть уже готовы. Елена Тимофеева, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН.